Хотите понять загадочную русскую душу? Послушайте рожечников. Веселятся они или грустят, радуются или гневаются. И то, и другое. А может быть и третье, самое главное. Силище слышится необъятное, глубина бездонная, нежность душевная. И все это в простеньком наигрыше из 3-4 звуков. Послушайте, как задает настроение низкий рожок, еще до того, как прозвучит мелодия у высокого рожка, а там и свирель прощебечет. Жалеете выскажется. У каждого свой нрав, каждый на свой лад выводит знакомый мотив. А вот и общий хор. Непосредственная предшественница русской частушки — задорная скоморошина, насмешливая, безжалостная, острая. Все надежды крестьянина на весну. Веснянка — это грусть и лукавство, колдовство и заговоры — это вздох облегчения после долгой зимы. Наконец и сам вестник весны, пивун и труженик Скворушка.